Карьерно Наумова в заголовках новостных лент. Повод трагичный. Накануне здесь утонул подросток. 14-летний мальчик с братьями и сестрой отправился купаться, пока мама была на работе. Отойдя от берега на 5 метров, он нырнул и уже не вынырнул. Поиски ребят ни к чему не привели. Шум и крики услышала проходившая мимо женщина. Она и вызвала спасателей. Тело обнаружили сотрудники освод. Следователям с привлечением специалистов УГКС по Могилевской области проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы трагедии. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что место, где утонул 14-летний подросток, не предназначено для купания. Это уже шаманка. За сутки 2 происшествия. Один молодой человек погиб. До этого он выпивал в компании знакомых. Второго мужчину спасли. Сейчас за него сражаются врачи. Всего в Бобруйске с начала купального сезона вода унесла 6 жизней, в том числе 2 детей. Все это произошло в местах, запрещенных для купания. Шаманка – излюбленное место не только у рыбаков, но и у нетрезвых отдыхающих. Однако озеро смертельно опасно. Обрывистые берега, большая глубина, ил и водоросли могут за несколько минут утянуть на дно даже неплохого пловца. Поиск укромного места для отдыха зачастую приводит к трагедии. Акватории здесь не обследованы, очистка не проводится, скорость течения не соответствует мерам безопасности. На дне могут быть резкие уклоны, коряги и осколки стекла. Но хуже всего, здесь нет спасателей. В случае ЧП на помощь рассчитывать не получится. Ответственность за купание в запрещенном месте до 3 базовых величин. Около 50 человек у нас уже привлечены к ответственности. В республике у нас утонуло около 200 человек. В области погибло 28 человек, из них 4 несовершеннолетних. Напомним, к купальному сезону в городе подготовили 4 пляжа. Центральный в Перебрезинском микрорайоне, вблизи здравницы имени Ленина и санатория «Шинник». Здесь созданы все условия, оборудованы раздевалки, душевые и туалеты. Работают питьевые фонтанчики, летнее кафе. Можно взять на прокат шезлонги и зонтики. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.